Попробую, попытаюсь объяснить. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясняю. Сомнительно, но окей. It's okay. Я это не понимаю. Мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно. За других сказать не могу. Кто-то намеренно избегает. Кому-то это не интересно. Вот мне не интересно. Не-не-не-не, это вообще не наше. Мы это не... Я не могу. Мне это, это противит моей... Поэтому это то, что я имею в виду. Копейки. Совершенно копейки. Но это... У меня вино дороже стоит бутылка. Иногда. Круто! Да это ж круто! Великая компания. Супер гуд. Ну, вот какая разница? Ну, вот какая разница? Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну, хотя осуждаю. Ну, так, не глубинно, но осуждаю. Я уважаю, что они делают, но как бы я не понимаю, то есть я реально прихерел. Это, конечно, печально. Это печально. Ну, как это происходит, я не понимаю. Кто-то, у кого-то это щелкает, а у кого-то это не щелкает. Я как бы не понимал весь масштаб этого. Я думал, это просто... Что-то какая-то там, ну, знаешь, я не очень понял контекст, что-то был занят еще в этот день. Ну, мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Как бы потому что я не мог в это поверить до сих пор. Я, кстати, до сих пор как-то не очень в это верю. Да, конечно, мы все виноваты в этом. Все мы виноваты в этом. Вся Россия помазалась этим. Ну, это какое-то просто. Ну, сколько можно? Ну, что это за такое? Ну, как это может быть в 21 веке? Да, мне было страшно. Но я это сделал. Мы любим вот такие формы, форматы. О! Я какие-то копейки получил просто от этого. То есть, понимаешь, ты должен страдать, и тогда вроде как... Ну, понимаешь, да? Харе. Ну, вот харе. Это мы, это наши люди. Но, к сожалению, ты видишь, что творится в массовом сознании населения. Ты совершил страшное преступление. Ты должен сидеть в тюрьме. Я заплакал. Это правосудие. Ты меня прощаешь или нет? На этом я бы хотел закончить. Я великий грешник, и у всех прошу прощения. Простите меня все.